Здравствуй, лес. Очень много снега. Двигаюсь на озеро. Здравствуй, озеро лесное. Всех приветствую на канале Сказочная Карелия. Меня зовут Руслан. Сегодня 1 декабря, зимняя рыбалка продолжается. Был пару дней назад, успешно ловил рыбу, окунь, плотва. Сегодня два варианта. Либо идти на закормленные точки, либо посмотреть новые места. А вот думаю, пройду, проверю новые места. Был на этом озере, ловил подальше, метров 400, наверное, 500. Снега очень много. Наступила календарная зима. Проверю свои рыбные места летние. Посмотрим, как активность будет рыбы. Будет ли что-то клевать, либо нет. Добрался до места. Сделаю серию лунок, закормлю. На этом озере есть окунь, плотва, щука, карась, налим и ерш. Глубины 1,5 метра, 2-2,5 и на 3 свал идет. Лунка здесь воды поменьше выступает. Шар. И сверху. Кормушкой не пользуюсь. Глубина небольшая. И третья лунка. И муть сверху наводим. Рыбка любит. Мой скромный набор сегодня. 5 балалаек взял. Разного цвета мормышки, серебристые, темненькие. Закормил я 3 лунки, я думаю, минут 15-20 рыба должна подойти. Начну, пожалуй, с проверенной, с красной. Леска 0,1, маленькая красная мормышка. На прошлой рыбалке отлично показал себе опарыш, более крупная рыба ловилась. Вот сегодня прихватил. Сделаем первую проводку, посмотрим, какая глубина. Вторая лунка. Здесь уже на 40 сантиметров меньше. То есть рельеф мы с вами нашли уже. Вторая лунка тоже поклевок не дала. Смотрим здесь. Здесь еще меньше, на 30 сантиметров. От третьей лунки до этой метр перепад идет. На каждой лунке по 3-5 проводок, этого достаточно. Рыба пока еще не подошла. Если она где-то есть, она скопится. Попьем чайку. Бурил 4-ю лунку подальше, и получается у меня от 2 до 3,5 глубины, и закормил другой прикормкой. Ни одной поклевки не было, достал даже, половил на блесенку, на небольшую пробежался, тишина. Прошло 40 минут рыбалки, но надеюсь что-нибудь поймать. С прошлой рыбалки мотыль остался.
Оп. Поклевка. Еще. Друзья, вот первая рыба, плотва. Очень вкусная. В прошлый раз ездил, пожарил. Небольшого размера, но очень красивая рыба. Вот есть на паузе. Стандартный размер для этого озера. Сегодня интересно, что на других лунках. Что-то покрупнее. Хорошая плотва, а? Это размерчики уже. Три лунки, ни одной поклевки, только в четвертой, на наибольшей глубине. Первая рыба. О, есть. Есть. Все-таки подобрал ключик. Опарыша снял, нашел в кармане позавчерашней рыбалки мотыль. Старый, правда, уже не живой, но ловлю на мотыль. Первая и вторая лунка, ни одной поклевки, в четвертую докормил. Капризная рыба сегодня. Все-таки подобрал ключик. Вот и первый окунь сегодня. Неплохой размер. Большой. Домой. Докормлю немножко. Вот шар медленно на дно падает. Четыре лунки. Свал идет. Все по фэншую, как говорится. Но рыба отказывается клевать на мормышку. Несколько плотвичек, окунечек и несколько отпустил. Взял блеснилку. Пробую на блесну, небольшая, ручной работы, подвесной тройник. Окунь на блесну, пожалуйста. Отпустим его. Подрастай. Да, снег не прекращается. Сугробы огромные, много не находишь. Четыре лунки. Рыба сегодня пассивно отказывается клевать. Докормил, но поклевок не было. Пробежался раза 3-4 по лункам. Две лунки из четырех, напомню, сработало. В каждой поймал штучки, наверное, по три. Несколько отпустил. На блесну одного окунька поймал. Принял решение двигаться. И по глубине сделаю серию лунок. И продолжу рыбалку на блесну. Дольше 3 минут на лунке задерживаться не буду.
под такой небольшой окунек обратно. Взял блеснилку, другую, чуть-чуть покрупнее, самодельная. Пробовал разные блесна, разные глубины, до 3,5 метров. Вот я прошел лунок, наверное, 20-25 сделал. Здесь плато идет. Ни одной поклевки больше окуня не было. Добрался до берега. Вот такая вот рыбалка в первый день зимы. Ловил сегодня на мормышку, ловил сегодня на блесну, на жареху поймал. На блесну поклевок не было. Это все поймал на мормышку, двух лунок. Не забывайте оставлять комментарии, подписывайтесь и обязательно берегите себя. С вами был Руслан. До встречи.